Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Короче, сегодня у нас очень веселая тема. Просто жесть. В общем, с недавнего времени я решил только разнообразить свою, скажем так, жизнь и свободное время. Я решил, короче, зарегистрироваться на сайтах знакомств. С одной стороны, конечно, пахнет немножко безысходностью. С другой стороны, там можно, короче, почерпнуть какие-то новые впечатления. И, опять же, развить какие-то знакомства. Ну, опять же, я понимаю, что могут быть и левые люди с левыми фотографиями. Это как бы мне знакомо. Не первый десяток лет, короче, тусуемся в интернетах. Знаем. И тут на Фейсбуке, короче, зашел я одну ссылку. Называется знакомство, короче, сайт Kiss.me. Я такой думаю, блять, надо сходить залазить, ну чисто поржать. Думаю, ну, блять, и тут началось, короче. Разводило. Теперь объясню, почему. Так, короче, смотрите. Сейчас мы подготовим тут, чтобы можно было легче. Так. Ну чё, я зарегистрировался. Мои там совпадения там... То все, 5-10, короче, нарисовались там какие-то девчонки, которым я подхожу. Вон у меня там даже 4 целых гостя нарисовалось. Так, где? Я тут просто... Так, у меня какие-то совместимости. Я честно скажу, я минут 10 назад зарегистрировался, я даже не секу, а вообще поляну, что тут происходит. Смотрю, в общем, мне пришло сообщение. Вы хотите увидеть о новых гостях, которые посещали нашу страницу? Так, вот сейчас нажмем «Да», и там мне опять скажет «Премиум», должен быть какой-то этот. Так, разрешить. А, не, пока еще не просят. В общем, девушка мне какая-то написала, я не знаю, может, даже и бот левый написал. Короче, сейчас посмотрим. Ну, что там? Так, мои сообщения. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Привет. В общем, какие-то подарки, какая-то... Блин, лажа, Google реклама, это понятное дело. Ну, в общем, я хотел написать. Ну, типа, допустим... Что, привет, Екатерина, как настроение, улыбнись. О, давай вот это вот, короче, вот это отпросим. Но тут... О, нифига себе. Короче, а у меня тут была такая фигня вот недавно с этим... А, блядь, у меня премиум аккаунт, короче, просили. Это было... Ой, я не той бабе написал. Пиздец. Чё такое? Блядь, дурилка какая-то конкретная. Блядь, даже... Что за сайт какой-то? А, во! Короче, мне вот эта женщина на... Блядь. Ну и как ей, короче, написать? Что за хуйня, блядь, короче, пиздец. Ого. О, здравствуйте, вам не хворать, если не будет... А, во, смотрите, короче, мне написала, короче, девушка. В общем, привет, Евгений, отлично выглядите, познакомился. Ну, ёб твою мать, ну, конечно же, надо познакомиться, короче. Ну, ладно, теперь я нажимаю отправить, и должно сейчас начинается, блядь. То есть, короче, для того, чтобы я отправил кому-то там, короче, с смс-очку, мне нужно активировать аккаунт премиум. Ну ладно, обычно, короче, там бывает, что варианты как с смс-кой. Там взял, отправил смс-ку. Но тут начинается уже, блядь, приключение на развод, блядь. Всякие, блядь, карты надо указывать, блядь. MasterCard Security Verified PCPCMISI. Потом, короче, блядь, терминалы, WebMoney, блядь. Что за терминалы, хуйминалы? Я не понимаю, короче, этой хуйни. И, блядь... Я такой думаю, блядь, сука, блядь, может мне дешевле подращить, блядь, чтобы, короче, вообще, блядь, тут, короче, херню не страдать, но... Не, ну, в натуре, Мария, извини, но... Я... Во мне течет еврейская кровь, и, блядь, я не буду тратить бабки, блядь, на то, чтобы написать тебе сообщение. Хочешь, найди меня на Фейсбуке, я не против. В общем, такая фигня. Возможно, точно, да мне что-то как-то вообще не по кайфу. В общем, блядь... Кто с Кисме имел дело, пишите в комментариях, но это лютый пиздец в натуре. Бля, надо уходить с этого, блядь, развода на бабки. Какие-то Кисме, хуеме, блядь. Я вон у меня Кисме, короче, есть. В общем, я не жмот, но, блядь, ну такой наглый развод мне, короче, не канает вообще. Да. Просто пиздец. Я открыл для себя новый мир и тут же его закрыл. Да.
тебе всего хорошего, ты будешь, да, можете ставить так, можете ставить вот так, короче. Мне, честно говоря, похуй, как бы, блядь, ну это просто лютый пиздец. Пиздец.